22 декабря 15 год, Харьков. Формативы в веках, скульптурный комплекс, открытый 1 вересня 2004 року. На честь 350-летия Харькова та 200-летия Национального фармацевтичного університету. Панацея. Панацея. Рідний альма-матер від фармацевтичної спільноти України та благодійного фонду випускників. Це панацея. Чтобы найти панацею, приходится открыть ящик Пандоры. Для чего создают фармацевтические университеты? Я думал, это академия, аптекарь. Сотни раз. А это что? Ялинка канадская. Рідний альма-матер с глубокой повагой и вдячностью выпускники 79-го, 84-го, 89-го. Ювілейна зустріч 17.05.14. Так, що там? Там вже не дівчинка навіть на шарі, а прямо пара на шарі. Пара на шарі, шара на парі. Майбутнє фармації. Ну молодцы. Главное красиво. Больше похоже на чай консервный нож, конечно. Чай консервный нож. А как бы снять так, чтобы все видно было? А. Скульптурный комплекс. Красиво, молодцы. Потому как многие университеты обходятся без комплексов. Фармацевтичный показал хороший пример.